Первый весенний месяц подходит к концу. Завершается его последняя рабочая неделя. А значит, пора планировать уикенд. Куда пойти и чем заняться в нашей постоянной рубрике «Афиша». Начать уикенд предлагаем серьезного события. В пятницу вечером пройдут публичные обсуждения будущего облика Челнов. Архитекторы и студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета представят на суд горожан свои проекты. А в субботу пройдет встреча, посвященная реконструкции территории Междуречья. Сделал дело, гуляй смело. Продолжить уикенд можно с театром танца «Булгары». Артисты представят свою программу на сцене Дворца культуры «КамАЗ» в пятницу. Начало концерта в 7 вечера. Продолжит тему хореографии клуб старинных и кельтских танцев «Новый город». Челнинцев приглашают на вечер шотландских танцев и мастер-класс по ним. Однако организаторы отмечают, что встреча подходит только тем, кто не понаслышке знает, что это такое, и намерен лишь отточить мастерство. Всероссийский слет моделистов пройдет в Набережных Челнах. Любители миниатюрных машин со всей страны привезут в наш город модели легковых и грузовых автомобилей. Заглянуть в экспокаму приглашают не только профессионалов, но и всех желающих полюбоваться их работой. В картинной галерее в эти дни проходит выставка, посвященная году театра, которым, напомним, объявлен 2019. В малом зале выставлены афиши, театральные маски, костюмы, элементы декораций. Любоваться ими можно до 31 марта.